Пойду в магазин воровать. The amount of people that asking for our help doubled. Изменилось ваше отношение к президенту? Да. Знаете, я не верю больше. Political leaders around the world are struggling with the fallout from the pandemic. According to one recent survey, in Russia, President Putin's approval rating has fallen to its lowest level in 20 years. But why? And what do people think of Vladimir Putin here in his home city of St. Petersburg? Наша власть себя полностью дискредитировала. Вот полностью. Меня зовут Милана. Я обстроилась продавцом цветов. Муж был, это туристические развозки, именно в той сфере бизнеса, который пострадал больше всего. Я считаю, что таких, как я, вот такую категорию граждан, нас бросили. Нас бросили выживать. Совершенно не могла даже, что я буду ждать продуктовых наборов. Милана says state benefits aren't enough to support her family. Где она, эта помощь? Где? Кто-нибудь о нас вообще вспомнил? В то время как Сечин зарабатывает... Я не смотрю центральное телевидение. Раньше смотрела и свято верила тому, что там говорили. Я больше не верю ни единому слову. Я единственное, откуда черпаю новости, это интернет. А президенты вот раньше верили? Верить, да, верить хотелось. А сейчас? Сейчас нет. Не верю. Даже еще в марте были грандиозные планы. Сейчас планов нет никаких. Сейчас слушайте. In St. Petersburg, cafes are working together to provide food parcels. For people who've fallen on hard times, they're a real lifeline. How many people are asking for help now? The amount of people that asking for our help doubled for last 2 months, and we expecting this amount to increase more and more, I think. And the city's mobile soup kitchen has more mouths to feed now. What you see here is the economic consequence of COVID. Vladimir is a chef who's just been laid off. Пойду в магазин воровать. А что еще делать? Ручки, ручки, ручки у кого такие? На вашем месте был бы Путин. Вот я бы его спросила. Я хочу узнать, он знает истинное положение вещей? Вот вообще, как вот люди живут? Как люди выживают? Как нам выходить из этой ситуации? Как нам дальше? Как вообще обратно вот опять встать на ноги, я не знаю. У меня на сегодняшний день нет вообще никакого выхода.